Объясните. Скажите, пожалуйста, на какой спектакль вы сейчас ходили? Какой спектакль мы ходили? Верси Дон Жуан. Верси Дон Жуана. Скажите, пожалуйста, что вам понравилось, что не понравилось, как играли актеры? Qu'est-ce que t'as préféré, qu'est-ce que t'as pas aimé, comment jouaient les acteurs? Les acteurs étaient bons. Актеры были прекрасны. J'ai pas tout compris, parce que je ne parle pas russe. Естественно, человек ничего не помнит, потому что не говорит по-русски. Он за компанию, да, насходил? Ну, за компанию, вообще просто посмотреть, как без слов можно точно так же что-то понять, то есть убирать слова и смотреть на жесты. Поэтому человек, в принципе, понял сопереживание и... Что происходило? Я опять-таки чего беру руках. Мне понравилось то, что также задумка режиссера, то есть постановка самая. Действительно было много всяких меры, Во Франции такое не покажут, да? На каких местах вы сидели и как вам было видно? Sur les places, on était assis, ce qu'on a bien vu. Мы были, ну, сзади, на третьих местах, там, в последнем ряду, и на булочку хорошо видно. То есть все хорошо было видно, да? Могли бы порекомендовать другим? Иногда слышно было не совсем. Слышно не совсем было хорошо. Слышно было не совсем, да. А могли бы порекомендовать другим зрителям сходить на этот театр, спектакль, посмотреть родственникам, знакомым, друзьям? Конечно, только сначала прочитать все версии Дон Жуана, которые были зачитаны в этом спектакле. Только после этого можно. Сначала подготовиться. Конечно, только подготовили зрители, которые знают все версии Дон Жуана. В Россию, да? Вы?